Переслав Хмельницкий. Навожу курсором на данный город. Видим население, проживающее, площадь данного города и 442 доллара за квадратный метр. Также видим, что Переслав Хмельницкий район, город Переслав Хмельницкий, средняя стоимость квадратного метра 442 доллара за квадратный метр. В динамике можем посмотреть с сентября 2021 года, напомню, это поквартальный отчет, до декабря месяца 2021 года рост до 451 доллара за квадратный метр. И с наступлением войны мы видим, как снижается средняя стоимость квадратного метра в Переяслав-Хмельницком до 442 долларов за квадратный метр. Это у нас декабрь 2022 год.